Аква Баунти. Ну, кстати, ну, звучит не так, но вообще я не знаю, в чем смысл ника, не понимаю. Аква Баунти. Да, мне нужно нож поменять, мне кажется. С керамбитом очень сложно почувствовать мувмент. Когда я не чувствую, с керамбитом я не буду чувствовать. Нужна бабочка. А может, я к керамбиту сейчас привык в первой игре и сейчас вторую нормально сыграю. Человек не донат от Ролекса. Можешь выбрать мелодию для звонка в унике. Мне проголосовать надо в твоем университете? Нет, не, мужик, мне делать не. Я все равно не чувствую мувмент. Я не понимаю, что... У меня какой-то фиксик в мышке, завел. Он конкретно руинит причем. Может, мне нужно как руль играть сейчас? На руле? Юзалась, типа, ты бесполезен. Ну, типа, полная хуйня, никнейм. Полнейшая хуйня, мужик. Как меня рубануло вообще. Бля, начинаем затеров на нюке, мы еще и слабее, типа. Если у нас поначалу игра не пойдет, то это конец, можно сказать. Я вообще не чувствую, бля. Ну вот я сейчас чела убил в бошку, это была произвольная голова, это. Ну вот видите, меня не регает в АФК чела, блядь. Я стреляю прям в голову, но не регает, потому что я не чувствую. Ладно, сухарик давай, блядь. Если хуевая игра будет, нужно будет никнейм менять. Есть кол? Окей, у меня лосы 7%, я в тильте не хочу кулить. А чё, вы видите эту хуйню? Ахайо, кстати, у тебя хороший ник, блядь. Нолик твой тащит ник. Хорошо сделал, хорошему. Вы видите, что у меня синий делает? Вы видели эту хуйню вообще? Дверь. А где у нас? Не понял. Так ты если в дверь пошел, ты бы раунд уже соло выиграл. Кто будет в будке в таком раунде сидеть? Они у двери будут. Ну, открыл бы. Оценник единица читается как и. Давай, если так. Короче, понятно, оранжевый не очень ему блещет. Привет, Ку, оценник единица читается как и. Давай я уже фильм так-то, алло, окей, все. Предлагаю бай. Нормальный ник, кстати, хороший. Неплохой. Ну все, хватит мне с оценкой ника, доебали уже меня, блядь. Куда мне пойти? Бля, я даже не хочу вот муваться вот так. Ну короче, нормально муваться не хочу. Как задрот. А, у меня... Мейн одно хп. А, ебать, у нас тут, ребят, ситуация интересная. Короче, мне не нравится уже, как мы играем. Мне, я хочу... Как будто, если я возьму, кстати, прицел, как вот этот, вот с таким прицелом легко фокус поймать, как будто. Вот с таким прицелом невозможно фокус поймать. У него еще Ававан на этой, на аватарке. Он как будто сосать всю игру будет. С точки как раз фокус тоже нереально поймать. Не-не, вот с этой игры начинается. Мне нужно выиграть всего лишь 4 игры подряд, мужик. У меня чувствую ауру победителя прямо сейчас на себе. Это с мейна. Еще один сингл. Отличная позиция. У меня есть аура победителя. Я может быть, не ебу сейчас, но это первые разминочные игры. Потом я буду ебать в рот. Я тебе говорю, просто доверься мне. Просто доверься, блядь. Я чувствую, что я все игры выиграю дальше. Просто доверься. Просто доверься. По-моему, тебе никто не скинул, блин. Ладно, мы ебали игру. Мы ебали игру просто потому, что у меня в команде еб... Да, может, мне нужно было с моим типом просто секрет побежать? У тебя 3 патрона, мужик, ну хватит мувики делать, блядь. Ну посмотрите, что он делает, он руинит игру. Он руинит игру. На я раунд, потому что у нас желтый мувик записывает. Оцени ник, надеюсь, вас 0 выбьют на этой карте. Это говно твой никнейм. Возможно, аура победителя полная хуйня. Он первый еще дает. Я сейчас со скаутом хочу улицу пострелять, у меня челы улица с маки. А что мне делать? У меня скаут, блять. Пойдем, я первый с калашом распика. Ангар. Секрет же не будет? Ща будет. Слышал. Ветром упал один. Какой идиот. Вент. Он все еще в винте стоит. Бля, мужики, ну какое вы говно, нахуй. Я одного хитанул, еще один чел на мне стоит, блять. Вы просто втроем отсосали на Б-планте. Ну просто говноеды, блять. Просто говнори. Бля, чел в винте, я думал, вент уже прошел. Мне нужно, наверное, было... Хотя, если бы я последним играл, мне бы пи***дали, 100%. Мне нужно было двигаться. Там чел просто стоял. Но я импакта внес так-то. Я на себе держал людей, плюс хиты надавал. Но я так-то делал импакт.
У меня один фраг, и то... А, у меня с глока фраг. Ну, застаните на синий. Мы... Ну, какое ебло. Вы понимаете? Он стоит, зажимает вот так вот. Он стоит вообще вот здесь, смотрит в эту дырку. Вот в эту дырку он смотрит. Я его забайтил плечом, он не отходит. Он садится на жопу и продлевает свой контрол. И просто жмет на одну точку. Это фулл. Вот этот от меня? Денмарк. Ну да, ебать. Смог. 300 баксов попал просто так. Ну короче, мы эту игру походу тоже сосали, аура чемпиона не работает. Вы посмотрите на этого чемпиона мира. Вы взгляните на него. Вы просто взгляните на него. Ебучий чемпион мира, блять. Ебучий чемпион планеты Земля, нахуй. Царь зверей, блять. КД 1 на 1, нахуй. Хочет уже 13 на 3, блять. Да я ебал нахуй маму его, ебать. Ну, блять, как мне это за***ло, с***а. Че у меня так не идет игра? Чё такие сильные энеми, б***ь? Настолько силачи, на***ь. Very good, very good. Они взорвались. Карта вообще дерьма, пиздец. Я даже ничего не сделал. Я не успел пройти, у меня типы уже почему-то в рампе на Б, б***ь. Как это понимать? Раскид улицу мы делаем, а резко, да? Ну так кидайте смоки, я первый дам. Ну почему ты пикаешь, когда я прыгаю? Ну ёб твою мать. Я даже в мейне чела, чтобы поймали, не убил. Я дал минус 88, у меня фраг скомниздили. Ну, есть у меня аура победителя. Я рампу законтролю. Чувствуете ауру победителя? Чувствуете? 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 Снизу рампы. Еть, мне въебали. Бля, ну ебучий чемпион мира против меня играет, ничего не поделать. Ну бля, я смотрел же Дэмки Монуси, его так не убивают, я клянусь. Против меня просто чемпик. Ничего не поделать, бля. Ну какой я хуёвый, ну 1-7, бля. Есть молик будку у вас, ребят? На будку? На будку, да. У меня есть щеки. Если играть будет, вот, еще да, можно. Сверху где-то, 8. Да, я вижу, 7 видит. На будку, я вижу, 8 убил. Только не гранаты мне, умоляю. Блин, они все раунды сейвить будут, когда вот так вот дают сайты. Какой я хуй. Ну я не... Ну это было сложно, если что. Ну если что, у меня была сложная ситуация, извините меня. Флешка, и там такой угол, когда мне нужно было нижнего мне. Блять, ну сука, я такой слабый, это вообще... Да... Все, тихо, нахуй, аура победитель. 400 дэмэджа есть? Есть, нахуй, есть. Все нормально идет, все хорошо, все хорошо. Все гуд. Я ебать. Вы понимаете, что у меня КД за 21,8, а я сейчас иду 1,8. Только не в КД немножечко. Еще рамп идет. Что вы делаете, ребят? Что вы делаете? Вы можете не пушить, нахуй, не ходить по одному против 2 кабая, ребята. Ну, половину выиграли, если вы эту хуйню не залили просто. Но тут я не виноват, если что. Я не верю. Смока нет, ребят. Сзади. Блять, какая авантюра сейчас была, нахуй. Ну я Я в черном списке, в Counter-Strike, ну если что, у меня тиммейты реально залили. У меня счет 2-10, говорите, что хотите, но прошлый раунд я не заливал. Самый важный раунд, я не заливал его, нахуй. Я старался. Да сколько можно, нахуй? 2-10, хуй. Я даже смог хуй скинул за то, что меня подстопил чел, блядь. Аура победителя просто нереальная у меня сейчас. Сухарик, нахуй, ебёт. Да, я взорвали. Это Ас. Дым дали. Отлично, команда. Не, ну 3-9 играть это заебато вообще, нахуй. Что значит 3-9? А, 3 на девятке. Ха-ха, блять, я сейчас всех убью. Я на улице их сейчас всех отверю еще. Подождите, а где свобода? Я ротейшн. Ну 2-10, нормально, ребят. Нормально. Все, я сейчас. Я офнул музыку, нахуй. Я офнул музыку! Какая же им пи***да, блять. На синий бустились. Скала. Закрафт. На мэне, чё. Мужчина. Ластрюль, вот точно. Закрас. Вам по
Я не знаю, меня всегда без шансов увольняют. Ну что ж ты такой хуёвый, а? Ну куда ты-то ещё, секреты на мейне. Ну я говорю, меня просто с одной увольняют всю игру, я ничего не могу сделать. Там очень жесткий чел, идеально просто стреляет. Ничего не поделать. М-ку в гараже заберут. Хороший ник, наверное. Так. Что он делает? Что делает у меня Володя? Его винты разбивать надо. Ну я же говорю. А как он так проходит? Будка. Что? Ну это за позиция? Ох, П. Да я ебал! Как там чел так идеально делает, блять? Он идеально... Он с читом рубит. Он идеально чувствует, он все знает, нахуй. Почему тип так на похуй играет? Из будки. Почему там тип так на похуй играет? Я не понимаю, почему он такой гений, блять? Он вообще ни за что не фонится. Выиграй раунд, если существует вообще чудо. Если чудо случается, выиграй раунд. Но тут ебать раунд. Тут не выиграть. Только если лак повезет. Умница. Осторожно. Молодец, молодец. Ох. Нормально, нормально, ребят. Сейчас уже будем на равном счете. Что за... Ну, как это, нахуй, так? Почему? Зато я особенный. Я выделяюсь из серой массы, нахуй, этой игры. Так, что бы сделать такого? Что бы сделать такого? Что бы сделать такого? Что бы сделать такого? Ты куда синий идешь? Не-не, я просто думаю, что делать. Да-да, я так и хочу упасть. Пробел не жмется, наблюдает. Секрет бомба. Как это произошло? НВ упал. Почему, сука, даже в этом раунде именно я умираю? Ну что? Ну почему? Это там чел с щитом рубит, он все знает, нахуй. Он просто идеально играет. Я не верю этому хуйсу. Почему он под бест бомбой был, а с half HP, да? Он с пачкой был. С двойные открыл. Ставит смог. Он префом стреляет, вы видите? Там какой-то абсолют. Мужики, этот чел очень опасен. Вот этот чел последний очень опасен, я не знаю. Мне кажется, он читами рубит. Не-не-не, он все читает. Он с читами. Зеленый, мне нужен ОП, очень срочно. Я их уничтожу сейчас, я клянусь. Я улицу иду. Я молик старт еще дам. 2-13. И 7 ассистов попрошу. Лох ХП на улице. Почему? Этот чел с щитом! Почему он стоит по центру, блядь, здесь? Что он за... Чё он делает, нахуй? Ну, блядь, ну тут я не виноват. Мне опять не... Я опять даю дэмэдж, но не убиваю, нахуй. Я просто не убиваю людей. Ну, у меня тиммейты раньше сдохли. 57. Там вообще двое на улице. Да я ебал. Я не знаю, там на улице ебаный гений. Ну, с ним ничего не поделать. Он всегда с одной рубит. Всегда с одной, блядь. Ничего не поделать, нахуй. Если нам кинут молик в будку, это га. На будку это похуй. Мэйн... Меня опять эта хуйня убила. Вы видите? Меня опять эта хуйня убила. Опять! Опять именно он и опять с одной пули, блядь. Я не ожидал его в мейне, нахуй. У меня чел только что в мейне был, просто с***ался в вент. А на мейн хуй забил. Ну, я, кстати, фраг сделал. То есть я максимальный импакт выдал, который только возможен в теории от меня в раунде. И этот чел уже в 9 с мейна. А, блядь, какой он лак. Ну, это... Этот чел, ну я не знаю, ну что с ним, нахуй, он на спидах играет, блядь. С ним что-то не так, нахуй. Он просто идеально все рубит. Ладно, я читерскую позицию встаю. Ты лево хочешь пройти? Он вышел. Ну что вот, что ты наделал, блядь? Что ты наделал? Я хотел пройти налево, он мне говорит да и умирает вот здесь. Мужик, блядь. Скорее всего, я бы даже не прошел мимо. Я не знаю, 3-16, что это, блядь, что это? Что со мной, что со мной, блядь? Я две игры не тут вообще. Но они с читами рубят, я не знаю, там чел с читом просто играет. Блин, 10 из 10. Челлендж делаем, да я уже в челлендже. Выиграть игру с самым хуйным счетом, такой челлендж. Я налево пробегаю гараж. Я скину молик, можете подобрать, там кто-то взял. А я уверен, что меня префнут, знаете почему? Потому что, ну, я уверен в этом. Меня видели. Бежит улица, а почему? Как он так бежит? Он не может так бежать, у меня же молик кидал чел. Ну как там чел бежит, просто плюс В на... Ну вы видели эту хуйню вообще? Я не знаю, я ультра хуйня.
будкой мы... Ну, ты, по-моему, молик мне попал. Там чел пробежал уже, ему вообще... Я не знаю, они всегда давали смог свой этот первый, ебаный. Сейчас не дали его именно, когда я налево пробегаю. Вот сейчас со скаутом они его сейчас дадут, потому что их мать сдохла. Ну вот смотрите, сейчас будет смог. Сейчас они умные. Она ты смог дал. А, ну и они дали, конечно. Вы понимаете то, что? Там у меня два типа улица, за ними побежал чел за красный, убили меня, нахуй. Да, я не знаю, это моя худшая игра, если еще за самую, ну, за всю историю Counter-Strike. Типа за CSGO, за CS2. У меня худшая игра была 4 фрага. Сейчас у меня 3. Ну, чтобы вы понимали, это моя худшая игра за всю историю. Ну, причем я даже объяснить это никак не могу. Просто не идет. Просто не идет, ничего не поделать. Сколько раз меня с первой пули убили? Сколько раз? Ох, блять. Какой там нуп играет? Это вообще этот нуп 18-16 играет. А я 3-18. Это вообще пи***лёт. Я не верю в эту хуйню. Я не верю, блять. Я не верю. Я не верю, блять. Чё они в рампе делают? Я секрет попаду. Тебе нужен смок в рампе? Пизда, я еще, блять, багаю. Тай, пиздец. На мэйн. Мэйн убил. Рампу вышли, кстати. Да, рампу вышли. Пускайтесь. 9, будка. Опи, где-то на улице, типа. Не худшая моя игра в контре. Я 3 фрага дал в последнем раунде. Я за последний раунд дал столько фрагов, сколько за всю игру, блядь. Я не знаю. Я...